Welcome to stage 3 of the International Student Practice at the Joint Institute for Nuclear Research. International Student Practice is a 3-week annual event aimed at training students in the labs of the Institute. Ребята осваивают навыки научного характера для молекулярной биологии и заодно исследуют параметры биологические, скажем так, свои по различным чертам, таким как склонность к эмпатии, аллергия, по устойчивости к ВИЧу и множество других вещей, которые тоже будут в будущем. Our program is intended for undergraduate and postgraduate students specializing in physics, radiobiology, engineering and IT. Цель была познакомить ребят с различными экспериментальными методами исследования структуры, а именно с нейтронной дифракцией и рентгеновской дифракцией. В настоящее время ребята обрабатывают интересные задачи у них. Они обрабатывают сплав ферроалюминий. Это технологический материал, применяется во многих отраслях промышленности. Задача стоит определение фазового состояния, которое изменяется при нагреве и процессах нагрева и охлаждения. During stage 3, traditionally held in September, we welcome students from Belarus, Chile, Cuba, Egypt, Serbia, and South Africa. В этом году у нас в нашей группе проходили практику 4 студента, 2 студентов из Румынии, и они будут проходить еще до октября, и 2 ребят из Республики Беларусь. Исследование посвящено изучению отдаленных эффектов воздействия протонов на головной мозг и на зрительный анализатор. То есть у нас животные проходили облучение достаточно давно, 450 дней назад. И вот мы смотрим, каким отдаленным последствиям привело это облучение. One of the highlights of stage 3 is the social event called International Afternoon. Our country. The national traditional. At this event, students from different countries get a chance to tell the other participants about their countries, their culture and their lifestyle. This is how a good pizza looks like. Okay, please don't do that. He's trying to induce her very aggressively. Our goal is to attract young, talented people from the JNR member states and associate member states and to motivate them to come and start their scientific career at the Joint Institute for Nuclear Research. Start your scientific career at JNR!